статистике Национального бюро кредитных историй, только за второй квартал 2018 года заметно вырос спрос на займы от 100 до 500 тысяч рублей. Чем вызван такой ажиотаж, знают в одном из лидирующих банков страны в сфере кредитования. Аналитики отмечают, что россияне, то есть мы с вами, за прошедший год перешли от накопительной модели поведения к потребительской. Люди стали меньше откладывать крупные покупки на потом и предпочитают совершать их сейчас. Банк «Восточный» предлагает своим клиентам суммы вплоть до 30 миллионов рублей. Чтобы стать их обладателем, не требуется прикладывать много усилий. Среди наших продуктов особенно выделяется кредит под залог недвижимости. При процентной ставке от 9,9% годовых можно оформить до 30 миллионов рублей на любые цели. За год количество оформленных кредитов под залог недвижимости в банке «Восточный» увеличилось втрое. На эти деньги можно не только объездить весь земной шар, но и решить многие вопросы. Какие именно, точно знают в банке. Чаще кредит на такие суммы берут для следующих целей. Погашение ранее взятых дорогих займов, покупка другой недвижимости, например, дачи, а также различные ремонты, квартиры, автомобиля. Специалисты уверены, спрос на кредиты будет неуклонно расти, ведь повышается уровень экономической грамотности населения. Впрочем, как и лояльность банков к своим клиентам.